Всем привет, вы на канале Фордмаг, и сегодня в этом выпуске реакции мы с вами заценим RYTP от соседа Комкиных. На цего дня! Нет, у меня никогда не получится произнести эту непонятную африканскую хрень. Возможно, для меня это африканская хрень, но все-таки Король Лев RYTP. Король Лев — это один из моих самых любимейших анимационных фильмов всех времен. Сколько я его не пересматриваю, но я до сих пор получаю бурю эмоций. Чего нельзя сказать о сиквелах? Серьезно, сиквелы мне абсолютно не понравились. Ну что ж, давайте заценим, что же сосед такого намутил с данным шедевром. Поехали! 3, 2, 1, погнали! О да, I'm blue! Вау! Жизнь эпично. Тебе, верно? Вот я не могу ни хуя, а ты... Не сможешь кнуть на кул. Ты... Мама тебе не говорила, что ты мутил? Жаль. Не играют. Король Мусаса идет сюда. Тебе пизда. Готовь жопу. Беское оправдание. Ничего у тебя не было, но... А шраму-то сейчас будет плохо. Чего трахнуть бы тебя? Нет, шрам, о мой бог. Сука! Шрам. Пизда. Мам. Противостояние. Ну вот, Зазу, из-за тебя я лишился детства вино. О! Вау. Неловко. Члена есть головка. Ого, тут вышла генетическая осечка. У меня осечка. Какие подробности? Сись. Блин. Твой сын понул. Все, на что падает свет. Симба оторвал ухо Муфасе. Ух ты! О. Какой ты, сука, странный. Ты даже не знаешь, какой. Смотри, ой. Слоновья барабанка. Какие интересные вкусы. Слоновья, что? О, кажется, я проебался. Пообещай никогда не ходить в это жу-жу. Ника, Ника, Ника. Я только забыл про эту чертовщину. На тебе слотя. Си-си-си-си-си. Нет, это наш маленький сексуальный секрет. Шрам, почему ты меня начинаешь пугать? Давай, давай. Делаем, отдыхай. Мы кули траву, а антилопы едят. Это был классный бит. Ёк твою машту. Помоги мне! Я твой рот ебаный. Твою мать. Минус драматичный момент. Какой симпатичный, охуенный, нетипичный, одинокий, недалекий. Рыхни его. Пумба, ты охуел? Отдохни, а то еще обосрешься. Ты жив, подлец? Вроде бы. Что тебя бьет? Хуй. Какая шутка. Я нажрался, набухался, бля. Пумба, ты свинья. Верно. О да, клипчики! Си-симба, ты забыл меня, а няня? Я твой отец. Нет! Это невозможно! А знаешь что? Что? Я твой рот ебал. Ну что ж, ребят, это просто огонь. Огромный, львиный, рвущий все шаблоны огонь. Это реально шикарно. Сосед, лови огромный респект. Ты просто по-настоящему львиный лайк. Это просто великолепно. Ох, да уж, поржал я знатно. Даже не знаю, что здесь можно выделить реально отдельно из шуток, потому что каждый из шуток реально меня заставило поржать знатно. Хотя да. Конечно, момент с Муфасой и Шрамом — это топчик. Из этого можно сделать отдельный мем. Ох, да уж. Не ожидал такого от тебя, сосед, особенно в таком коротком пупе. Но черт возьми, ты заставил меня по-настоящему проржаться по полной программе. Я полюбас его пересмотрю. Серьезно, полюбасу, потому что это было по-настоящему шикарно. Ну что ж, а на этом, думаю, все. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Обязательно рекомендуйте видео для следующих выпусков. Всем удачи и всем пока!